Как получаются битриксоиды? Да, еще раз всем добрый день. Меня зовут Иван Малышин, компания Bittrex. Я занимаюсь направлением образовательным. И сейчас немножко поговорим о том, что есть у нас по тому, как получать программистов себе в компанию. Собственно, я уже не первый раз говорю о проекте по обучению программистов, который мы запустили в прошлом году. И, собственно, хотел бы узнать, кто его использовал, или хотя бы кто вообще знает об этом проекте. Знает. А кто, собственно, использовал и обучал? Ну, есть, но хотелось бы, конечно, гораздо больше. Мне все равно очень круто. Еще разочек, да, то есть мы сделали курсы для программистов. Сейчас их три основных и один дополнительный по созданию сайтов и приложений для Marketplace. Собственно, они для чего вам необходимы, как готовые инструменты для партнеров. Вы берете компанию нового специалиста, он платформу не знает. Как его вводить, собственно, в производство? Да, есть более опытные специалисты, которые могут поделиться. Есть курсы у нас на сайте онлайн. Но это в любом случае время. И можно взять наш курс и за 3 недели обучить специалиста, как делать типовые сайты. Обычно уходит 1-2-3 месяца на это обучение. Соответственно, более опытного мы можем прокачать на новый уровень. Или если компания хочет делать приложение для Marketplace, но не умеет, да, есть специализированные для этого курсы. Собственно, в целом это как готовые инструменты для партнеров, которые хотели бы делать обучение, да, да, допустим, для своих специалистов, но или не могут, или не знают как, или нет времени и ресурсов, потому что это, собственно, достаточно серьезное могут быть вложения. Но имея команду специалистов опытных, да, вы снижаете риски, да, и как программист делает оценку проекта, да, какие он совершает в процессе ошибки или не совершает. После того, как проект сдан, собственно, какие могут появиться нюансы. Да, эти вещи обычно приходят с опытом, и именно практические курсы позволяют этот опыт получить до того, как специалист делает проекты, ну или, собственно, его улучшить. Соответственно, мы сделали максимально удобно и для партнера, и для специалиста. Это удаленно, никуда не нужно ездить. Да? Это в удобное время дня, да? То есть можно делать утром или вечером. Это без отрыва от производства. Да? То есть ваш человек полдня занят на создании сайтов, полдня, допустим, на обучении. И здесь очень важно, чтобы вы вы выделяли это время в течение дня рабочего, потому что только в личное время проходить курс достаточно сложно, полностью он объемный. И очень важно, что это именно практика, то есть это не тест или что-то еще. Мы даем хостинг, мы даем платформу, мы даем задание. Вот тебе HTML, сделай шаблон. Вот тебе компонент, его необходимо модифицировать. И человек это делает вживую, и наш живой специалист проверяет, что именно он сделал. Мы принимаем задание только если все сделано верно. И только если все задания сделаны верно, мы выдаем сертификат о том, что человек проходил это обучение. У нас получается достаточно объемный курс, сжатые сроки, достаточно строгий по требованиям. Именно это позволяет человека реально прокачать за несколько недель в хорошего специалиста. Соответственно, мы сделали эту программу в прошлом году. Больше 500 человек прошло обучение в прошлом. В этом году уже 350 плюс. И, собственно, к концу года мы обучим, ну, скорее всего, больше, чем в прошлом. Мы получаем очень много хороших отзывов об этом обучении. И вот Алексей Неверов, наш партнер золотой, еще, наверное, в прошлом году оставил мне отзыв хороший. Иди, собственно, и хочу, чтобы он поделился своим опытом, почему он это обучение использует. Всем привет и спасибо Ивану. Ну, я хочу поделиться нашим опытом. Мы уже где-то год занимаемся активным обучением специалистов. Мы физически находимся в Архангельске, и у нас нет возможности отвозить наших людей в Москву, да, а каких-то курсов местных у нас нет. Поэтому мы все это делаем сами. Мы, то есть, несколько раз в год проводим такую, как бы, сессию обучения для молодых специалистов. После этого мы их, ну, как бы, лучших мы берем к себе. И вот здесь уже используем эти курсы как программу быстрого ввода в работу специалистов молодых. Но мы решили также обучить и, как бы, тех, кто у нас уже давно работает. Вот, они отмечают, что очень много новых вещей
узнают из этих курсов, а также эти курсы им помогают систематизировать весь тот опыт, который как бы наработан. Вот, еще хочу отметить такой момент, что люди, которые все учили сами, и те, которые вот так вот системно обучаются, они, у них очень сильно отличается качество внедрения, да, то есть оно намного лучше становится, то есть это тоже очень важно. Вот, а лично для меня очень важно, что я специалиста отдаю как бы людям, да, и они мне возвращают протестированного специалиста, да, то есть вот лично для меня это очень важно. Поэтому спасибо большое, я очень доволен. Спасибо. Соответственно, еще хочу сказать спасибо большое тем партнерам, которые принимали участие в подготовке этих курсов. Это было достаточно непросто, новый вид деятельности, да, сказать красиво на камеру, снять, придумать задание, собственно, перечень тех, кто в этом деле поучаствовал на слайде. Спасибо всем большое. Соответственно, мы с понедельника стартуем две группы. Еще есть места, если кто хочет успеть, пожалуйста, адрес на слайде, можно записаться или записать туда своих программистов. Соответственно, переходим теперь к следующей тематике по поводу сертификации очной. В общем-то, наверное, очный экзамен – это один из таких элементов, который позволяет действительно что-то узнать. Да, есть такой мем, популярный среди студентов, что экзамен – это единственная возможность знать хотя бы что-то, хотя бы несколько дней. И действительно, там, если вспомнить вуз, то сессия – это именно тот период, когда мы раз там сели и выучили. Или там другой экзамен, там, не знаю, пойти сдать на права. Да, перед экзаменом сели, там, выучили эти билеты. Мало кто занимается системным обучением самостоятельно. К сожалению, это так. Поэтому очный экзамен для программиста, да, это реальная возможность объективно измерить его навык. И мы не будем там спрашивать теорию, опять же, или давать какие-то тесты. Это реальные задачи. Да? Собственно, они похожи на то, как мы делаем обучение. Экзамен будет достаточно сокращенный по времени, за который нужно будет сделать реальные задачи. Мы даем HTML, внедрить, вызвать необходимую функцию, сделать обучение события и так далее. То есть, если человек чего-то не знает перед тем, как пришел на экзамен, он, собственно, не сможет списать, хоть ему дать интернет, хоть что, потому что нужно конкретно применить свой навык, да, то есть сделать определенную работу. Получится достаточно объективно. С другой стороны, мы сделали целую новую инфраструктуру, чтобы это можно было обеспечить по всем основным городам. Собственно, у нас будет задействован наш сайт. Мы сделали облако специальное, где поднимаем сервера, и мы будем использовать определенные центры тестирования. Собственно, те, кто хочет сдать экзамен, подают заявочку у нас на сайте. Перед экзаменом мы будем поднимать каждому сервер в облаке. В день экзамена администратор в центре тестирования будет получать данные для доступа к этим серверам, которые он, собственно, в день экзамена передаст сдающим и будет контролировать процесс прохождения экзамена. То есть реально будет стоять видеокамера, да, и мы будем видеть, как сдается экзамен, и по правилам будет запрещено там, и общаться, и вставать с места без разрешения и так далее. Все будет очень строго. Я хотел добавить, что этот проект, когда обсуждали с техническим директором, он говорит, ну это же дорого, на каждого поднимать целый сервер. Саш Демидов, так мы поднимаем только на момент, когда он готовит свое задание, потом вместе с данными засыпаем его, и только когда подходит проверяющий, мы ему запускаем этот сервер, там все задания готовы, и он проверяет. Вообще облако дает такие прекрасные возможности каждому запускать сервис, которым он пользуется, работает, и только на момент проверки. В общем, очень рентабельные и в то же время индивидуальные решения получились. На Амазоне все сделано. Соответственно, только после того, как участник заходит на сервер свой, он видит, собственно, информацию о том, что если он пришел на экзамен, он подтверждает, только там он сможет получить свое задание, и никак бы больше получить его невозможно. Да, то есть специально сделана схема, чтобы центры тестирования были исключены из цепочки передачи заданий. Они придут уникальный только пароль, да, у участника, всю свою информацию получает даже самостоятельно. Собственно, проходит экзамен. После того, как он заканчивается, мы этот доступ
отбираем и проверяющий уже проверяет, собственно, что было сделано. Да, вот такую упрощенную схемку показал. Спасибо большое Александру Демидову. Он как для него, когда отдыхал, межработанный по BitX24, сделал заодно в лаборатории. Собственно, все кандидаты могут узнать результат потом у нас на сайте, сдали или нет. Если не сдали, то, собственно, почему. И 19 числа мы провели первый экзамен по этой схеме. То есть мы реально в центре тестирования пригласили ребят, все было по-серьезному, проверили их паспортные данные, они сдали все свои вещи в шкафчике, то есть камеру, все именно так, как мы и планировали. В общем-то, получилось, и схема действий, мы будем ее, собственно, масштабировать. Собственно, как мы будем проверять? Есть, в первом экзамене у меня получилось 24 небольших задания, примерно одинаковые по объему и сложности. Каждый из них мы оцениваем по 5 баллам. Собственно, ну, хорошо сделано, там, так, среднее или, собственно, не сделано. И, ну, наверное, самое сложное это подобрать такую сложность, чтобы и большинство могли сделать, да, и чтобы хватило времени. И сейчас мы здесь немножко будем еще настраивать. Что у меня получилось по первому экзамену? Из 5 человек один, собственно, получил оценку 4,5, 4,6, второе место, и остальные чуть-чуть не добрали до 4. При этом было интересно сравнить, как сдают те, кто проходили обучение, которое, собственно, ну, фактически соответствует экзамену, да, и те, как не проходили. Еще учесть опыт. Да, кто сколько вообще, собственно, занимается бусом, кто сколько делал по проектам. В общем-то, получилось ожидаемо, что человек, который достаточно приличный опыт, да, полтора года, который проходил обучение, собственно, получил, собственно, хорошую оценку. Мы видим, что человек, который занимается 4 года, ну, 50 проектов это условно, да, то есть принимал участие в таких проектах вообще, там, полностью сделал или принимал участие. 4 года опыта, много проектов, но ну, обучение не проходил, значит, нет системности в знаниях, да, собственно, балл чуть-чуть меньше. Еще отметил два момента, что два участника, которые проходили обучение, получили, собственно, самые низкие оценки. Думаю, ну почему так? Вроде проходили обучение, должны все знать. При этом обратил внимание, что у них, в общем-то, небольшой опыт именно, собственно, в вебе вообще. Да, и, собственно, проверил у первого банальные ошибки, которые не связаны с платформой. Путь указал неправильно, зато API не сработали и так далее. Здесь очень важно, чтобы хорошо к экзамену могли подготовиться. Да, то есть не просто «я знаю» прийти, да, реально поработать и потренироваться. И второе, обратил внимание, что человек просто не успел сделать несколько заданий. В принципе, да, получил ноль, из-за этого получилась оценка низкая. Поэтому еще попробую оценить, если убрать задачи нерешенные, оценить просто качество исполнения тех, которые вообще успели. Получается, что, собственно, кто проходил обучение, очень хорошая оценка, и одного все-таки нет. При этом вот такой результат. Похоже на то, что ожидал. Краткий вывод, что к экзамену нужно будет все-таки готовиться. Я думаю, что мы еще чуть-чуть его упростим по объему, чтобы больше успевали сделать. Но и обучение на онлайн-курсах хороший такой инструмент, чтобы подготовиться и сдать его успешно. Собственно, еще раз напомню, как мы планируем сделать саму сертификацию. Чтобы получать статус специалиста определенный, нужно будет сдавать онлайн-тесты и экзамены. При этом, естественно, то есть проходить обучение наше платное здесь не обязательно. И мы еще очень хотим и думаем, как это сделать удаленно, чтобы можно было сдавать. И, собственно, какие еще у вас будут степени? Junior, middle и senior по программистам, да, и что необходимо сдать, чтобы их получить по количеству экзаменов. При этом, естественно, мы планируем, что мы будем просить пересдавать, переподтверждать квалификацию со временем. К примеру, когда D7 станет там полностью готовым, попросим сдать экзамен по D7, чтобы подтвердить квалификацию там синьора. Собственно, ну, какие будут экзамены, планируем их сделать 3 основных. И бонус, да, соответственно, те, кто имеет сертифицированных очных специалистов, будут иметь, мы будем эту информацию показывать в списке по партнеров, и это будет влиять отдельно на рейтинг. Сергей, еще пару слайдов. Чуть-чуть совсем. Два слова. Мы в этом году
провели проект Олимпиаду для программистов. Это было в первый раз, и нам было интересно понять, как этот проект может помогать партнерам. Получилось гораздо больше участников, чем планировали. Да, в 32 городах прошел тур, более 300 студентов поучаствовало. Было очень много желающих партнеров, приходилось некоторым даже отказывать, потому что кто-то в этом городе уже это мероприятие спланировал. Очень интересно то, что по итогам есть сразу приняты на работу специалисты, есть те, которые планируют взять, и по вопросу всех партнеров, которые провели это мероприятие, все сказали, что мы хотим еще раз, и больше половины сказали, что мы хотим еще раз очень. Вообще были прекрасные отзывы о том, что набрали новых специалистов. Говорили, что те, кто участвовали в Олимпиаде, победили, иногда не победили, они приглашали на работу, и ребята с удовольствием соглашались, прям новую кровь получили. Собственно, у меня все. Спасибо большое за внимание. Вопросы можно задавать также в Твиттер. Спасибо большое, Иван. На самом деле, вы посмотрите, весь курс идет на повышение качества и на повышение, ну, вообще скорости, эффективности разработки. Обучение в любом случае стоит денег. Вот учите вы, готовите ему, даете время. Здесь вы сдаете обычного человека, получаете обратно готового спецназовца. Давайте вопрос. Здравствуйте, зовут меня Никита, компания Wizard, город Тверь. Вопрос по поводу очного экзамена. Двойной такой вопрос будет. Как очный экзамен планируется проводить в регионах? И будет ли возможность партнерам проводить этот экзамен у себя по аналогу, как проводит в 1С? Мы планируем сделать по нескольким городам России выйти список на экране. Это те города, где уже есть готовые по партнерские сети, которые там могут организовывать. По поводу того, что может ли партнер проводить. В принципе, в теории мы не будем ограничивать. То есть любая компания может стать той компанией, где проводится экзамен, если она будет соответствовать нашим требованиям. Планируем это сделать так. То есть чем больше таких мест, тем нам лучше будет. Это было бы здорово. Давайте еще один вопросик и пойдем дальше. Курсы отличные. Лично спасибо. В этом участвуем. Это, по-моему, одна из лучших инициатив Bittrex за последние годы. Спасибо. Молодец. Как я уже говорил, следующий уровень. Обязательно. Значит, курс номер 3 сейчас идет в варианте бета, скажем так, после этой группы мы запустим для всех. Но главное, когда они будут поставлены на поток, эти курсы, чтобы было расписание, ожидаемая дата. Будет. Иначе человек... Скоро будет. Человек развивается быстрее, чем подходит дата очередного курса, это уже просто неинтересно становится. Скоро будет. Окей. Спасибо. Спасибо, Иван. Спасибо большое. Еще два вопроса. Давайте еще два вопроса. Может, сейчас как раз Алексей готовится. Что-нибудь? Два вопроса. Да. Вопрос из онлайна. Будет ли курс для продвинутых разработчиков по недокументированным возможностям системы? Так это Смирнову уж читать надо. Ну да. На самом деле в курсе у нас проходят вебинары, где мы вживую даем доп. Информацию, которой нет в основном контенте. Иногда мы делимся именно тем, чего нет в документации. Приходите на курсы. Вот.